Всем привет, это с вами Винни. Итак, пришла посылка, долго я ее ждал. 2 недели, это Wi-Fi адаптер Netis. Так, сейчас мы ее вскроем. Посмотрим, как упаковали ее китайцы. Так, режем. Самое главное не порезать, аккуратненько. Ну, вроде упаковали хорошенько. Режем, допустим. Здесь еще отрежем. На китайцы хорошо запаковали, смотрите. Посмотрим, в каком она состоянии пришла у нас. Сами знаете, как у нас просто в России работает. Все попало, кидает. Ну, китайцы молодцы. Запаковали очень хорошо. И вот она, долгожданная посылка. Netis. Посмотрим, как она выглядит у нас. Ну, коробка ничего, большая такая. Поддержка Windows, Android, macOS, Linux. Написано все на китайском у нас, как всегда уж. Так, вроде коробка нормальная. Ну, немного мятина есть, конечно. Но это ничего. Так, давайте мы ее сейчас откроем. Сейчас я передвину сюда немного, чтобы оно лучше видно было. Итак, в комплекте у нас все. USB-кабель. Так, давайте мы его вытащим. Защитная упаковочка. Вот так он выглядит. Выглядит он шикарно, очень большой. Так, он даже регулируется у нас. Вот так. Ну, сейчас посмотрим, так, что у нас еще есть. Отложим его подальше немного. Драйвер. Драйвера есть здесь. Так. Ну и все, больше ничего нету. Ну, это все. Инструкция на китайском языке. Как всегда. Так, посмотрим, что у нас тут. Это нам не нужно. Самое главное, что у нас. Также. Модель Netis 9000. Блин. Выглядит он шикарно, большой. Итак, будем его сейчас тестить. Подписывайтесь на мой канал. Не забывайте лайкать. Всем спасибо.